Russian Victory Day. Ветераны встречают знамя и флаг стоя. По-другому они просто не могут. Но далее все же садятся. Ведь парад идет больше часа, и выдержать это очень непросто. Тем более, еще 5 лет назад было принято решение. Гости могут наблюдать за праздником сидя. И именно это решение уже который год позволяет максимально большому числу ветеранов в этот важнейший день видеть парад своими глазами на Красной площади. Из ворот Спасской башни. Yes. Сидя приезжает министр обороны. Yes, yes, thank you, baby. Поздравляю вас с 66-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. You gotta be proud of that, mommy. Парада все и все готовы. Министр обороны докладывает об этом верховному главнокомандующему. Дмитрий Медведев обращается к главным участникам праздника. Вы, дорогие ветераны, задали высочайшую нравственную планку. Показали пример преданности своему отечеству. Наш долг помнить об этом и беречь мир. This is mommy right here talking about. The veterans are getting treated a whole lot better in Russia. Yes, yes. They're getting free apartments, bigger pension, food, discount for the clothes, discount for the rides, everything, and free medical benefits. And Putin got something to do with that, don't he? Yeah, probably. Yeah, that's my boy. This guy, very kind. Yeah. The new president. That's the new president. He makes Russia look so sensible and reasonable, very European. To make united and strong nation. С днем великой победы! Слава народу победителю! Ура! Damn, this is big. Special forces. Special forces, all right. This is old. The old vets. Well, this veteran's got to go out right now because I got me bread. There's a guy, I need to take a couple pictures and I'll be seeing you in court. Why? That's right. We're going to conquer this boy. Y'all have a nice day. Bye-bye.